Герои войны вертаются у строй про 70 год. Гонор тех, кто ковал перемогу 9 мая парадом по Могилевских улицах, пройдет полк памяти. Портреты героев, которые обороняли родиму, однако не дожили до наших часов, пронесут их родные. Каждый, кто хочет долучиться до шести и стать часткой полку памяти, чекают на площади Ленина 9 мая у 9:00 ранницы. Полк памяти – это протяг акции, якой дали старт летость. Тады могилючане с фотографиями своих дедов и прадедов у святочным шесте прошлись по Першамайской. Сюлета формат такого флешмобу вырашили поширить. До уделу запрошают усих, кто жадая отдать данину поваги родным. Усё, что потребно, повеличенный портрет фронтовика, альбо того, кто ковал перемогу у тылю в часы Великой Отечественной войны. Сбор всех желающих поучаствовать начнется в 9:00 утра 9 мая. Будут определены люди, которые выставят в колонну данных всех, кто придет для участия в этой акции. Поэтому мы приглашаем могилевчан максимально принять участие в этой акции. По откликам прошлого года это тронуло наших жителей. Узгадать героев, которые вызволяли Могилев под час Великой Отечественной войны, вырашили у городской библиотеки имя Карла Маркса. У Артакне проект «Народженные до подвигу». Это фото с короткой биографией 28 героев Советского Союза, которые отримали гоноровое звание миновито под час вызволения областного центра. Мы сотрудничали с Николаем Сергеевичем Борисенко. Именно он предоставил нам сведения об этих людях, предоставил список этих героев, потому что везде разная информация, и чтобы это уже было достоверно, мы обратились за помощью именно к нему. Наступной часткой проекту станут работы навученцев мастацкой школы Могилева, просвеченные военной теме и Дню Перемоги. Днями яны разместятся у окнах с гэтага боку библиотеки по улице Яцина. Кристина Кранкевич, Александр Артемьев, Новина Регион.